Эта съемка сделана в июле. Впервые за 20 лет отремонтирована дорога в поселок Социализм. Для жителей поселка это, без преувеличения, дорога жизни. Она проходит через несколько густонаселенных пунктов Адлерского района, в том числе и через село Черешня. Последний раз полотно латали еще в советские времена. На сходе граждан сельчане попросили главу города помочь в решении этого вопроса. Мэр предложил, пусть жители наведут порядок в своих дворах, а город отремонтирует 4 километра дороги. И ждать долго не пришлось. Всего же в этом году в Сочи отремонтировано почти 120 улиц. Налажено и автобусное сообщение. В этом году, наконец, началась и газификация района. К голубому топливу уже подключились 200 домов. В помощь жителям в поселках открылись информационные штабы. Специалисты разъясняют, как правильно и быстро оформить техусловия на подключение. К тому же до конца года сохраняется правило. Домовладелец может выполнить какие-либо работы сам. К примеру, выкопать траншею и забетонировать столбы. Естественно, это обойдется дешевле, чем нанимать мастеров. А вот с 1 января самостоятельно сделать это уже не получится. Поэтому глава города посоветовал селянам поторопиться с подключением, пока есть шанс сэкономить. Тем более, что город и так взял на себя все расходы по строительству газопровода. В Краснодарском крае распределительные сети, но это сети низкого давления, которые по улицам у вас идут, строятся 50 на 50. 50% дает бюджет края, либо города, а 50% это деньги самих жителей. Мы же здесь сделали все 100% это деньги администрации Краснодарского края. 7 миллиардов рублей. Пожаловались жители на низкое напряжение в сети. Представитель электросети отметил, есть факты воровства энергии. Между тем, многие люди платят исправно. Глава Сочи тут же созвонился с руководством сочинских электросетей и договорился о решении вопроса в кратчайшие сроки. Уличенных в хищении будут отключать. А вот остальным сети обязаны дать положенные 220 вольт. Нарекания у селян есть и к работе спецавтохозяйства. Мусор вывозят редко и некачественно. Здесь же, на сходе граждан, заменен мастер Саха, отвечающий за участок. Анатолий Пахомов отметил, чистота дворов должна гармонировать с благоустройством улиц. И если жители уже начали сами с себя, то мэрия с удовольствием пойдет им навстречу. Механизм власти как раз в этом.